проснулись от того, что первый был взрыв, второй взрыв, ну то есть я уже как бы проснулась, а на третий взрыв вылетели просто стекла. Крыша, стекла, я, конечно, испугалась, начала будить ребенка. И схватила ее, и мы просто поползли, можно сказать, по стеклам, вплавь пошли. Я ее начала вытаскивать. Так вот вышли на улицу. Лег телевизор, смотрел. Сначала было 4 хлопка, на пятый вспышка, и начал звенеть стекла. Скажите, как нам спать спокойно теперь? Смотрите, да никак. Ну, никак не будет. У меня дочь дома. Как вас зовут? Ксения. Ксения. А учитель? Анатолий. Ксения. Гладков и Павлович. Поэтому, конечно, я вам не скажу. Потому что все, что зависит от меня, от моих, от оперативных служб, мы на месте. Все, что зависит, мы сделали, сделаем, будем стараться делать, чтобы все сделать. То, что сейчас случилось, да, конечно, крайне сложная ситуация. Поэтому сказать о том, что я вам сейчас скажу, что больше никогда не будет, не могу. Народный бульвар 105. Народный бульвар 105.